Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я нахожусь снова в районе Тосмор и нашел для вас очень хороший проект. Это один из хороших застройщиков новых, Siberian Construction называется. Тут строятся двухкомнатные квартиры и дуплекс-квартиры двухуровневые 2 плюс 1. Расположен этот проект приблизительно 300 метров до моря. Дата сдачи летом 2022 года. Сейчас я вам покажу этот проект. Вот. Проект, он будет вроде как на фотографии. Состоит из одного блока, трой, один. Присутствует почти вся инфраструктура на цокольном этаже этого проекта. Здесь просто идет строительство. Я вот быстренько вот так сниму, чтобы не мешать мастерам. И пройдусь по улице этого проекта. Вот этот проект. Уже 2-3 этажа они подняли. Цены здесь на двухкомнатную начинается с 58 тысяч евро. В августе вроде цены повысятся, как мне сказал застройщик. А 2 плюс 1 – 95 тысяч евро дуплексы двухуровневые. Для более подробной информации о этом проекте обращайтесь по номеру, указанному в профиле этого видео. Сейчас я вам покажу просто улицу, то, что расположено рядом. Пройдусь до моря. Вот здесь есть магазин А101. Вот магазин А101. Там более-менее выбора много в продуктах, чем, допустим, Шок или Лим. Вот там светофоры впереди. Есть магазины, воду продают с правой стороны от меня, также баллон с газом, Милан Газ называется объект. Есть подарочные магазины, есть прачечная, аренда машин, маленькие магазинчики, парикмахерский хороший, также на этой улице, мужская парикмахерская. Хозяйские товары продают. Вот такая улица, именно поворота в сторону Димчая, где пикники, рестораны. Здесь круг. Также здесь есть Дим супермаркет, аптека, мебельный магазин Дука Хом. Вот почта наша, тосмуровская, вот ППП написано, там также Водофон, центр. Впереди есть Шок, вот эта аптека и так далее. Короче, центральная часть Тосмора. Вот магазин Мигрес, видите, оранжевый. Банкоматы рядом с нею, надо мне как-то дорогу пройти, не нарушая правила. Вот эта дорога ведет в сторону пикников Дим и к речке Димчай. Речки Дим. Вот эта дорога ведет в сторону Аланима, торговый центр Аланим в той стороне. Еще есть первая береговая линия. Сейчас я пойду к первой береговой линии, чтобы конкретно показать вам расстояние от этого проекта. Вот вход Мигрес. Здесь также есть аренда машин. Один из больших магазинов, велосипедных магазинов в Алане расположен именно в Тосморе. Здесь также продают такие электрические мотоциклы. Вот такой велосипедный магазин тут.
У них брендовые товары. Вот самый маленький велосипед в Алании. Такой интересный. Сейчас я пройдусь. Тут несколько пешеходных дорожек. И вот наш пляж. Видите, как машины остановили прямо на пешеходной дорожке. Не дают пройтись. Хочу вам показать пляж Тосмора, чтобы вы понимали. Тут насчет скал. Скалы вот заканчиваются именно у пирса отеля Гранд Каптан. Вот вид этот на нашу любимую крепость Алании. Вот это пляж. Вот отсюда начинается уже песочный пляж. До речки Дим. Приблизительно 500 метров продолжительность этого песочного пляжа. Вот если вы видите песок, не буду спускаться. Покажу вид с высоты. Поверну-ка я камеру. Хочу подытожить итоги о том проекте, который я снял. Значит, там в основном двухкомнатные квартиры и трехкомнатные двухуровневые квартиры. Цены, как я сказал, начинаются от 58 тысяч евро. На стадии строительства это первый этап. Так, присутствуют еще два этапа, цены идут вверх. Торопитесь, от меня совет, если желаете купить именно в Тосморе. Если вам интересен этот проект, я вам отдельно могу скинуть планировки и цен, прайс-лист этого проекта. Будет сдана этот проект в конце июля, приблизительно, он сказал, летом. Для более подробной информации обращайтесь по номеру, указанному в описании. Все, всем пока-пока из солнечной Алании.